Нюрочка, Нюрочка, иди на ручки. Мась, не ругайся. Нюр, а что такое происходит? Ой, Нюра моя, Нюра, иди на ручки ко мне. Давай пообнимаемся. Нюрильда, давай пообнимаемся. Дай я тебе пузико поглажу. Да, животик надо девочке погладить обязательно. Да, ой, какая ты у меня красавица. Какая ты у меня хорошая девочка стала. Умничка. Да, вот. Мася ругается. Нельзя тебя хвалить. Масенька, потерпи, пожалуйста. Нюру все равно надо похвалить. Немножко. Просто потому, что она хорошая девочка. Да, просто вот за это. Вот так вот. Вот животик чешем. Животик наш такой красивый. Какая хорошая Нюрочка стала. Да? Ну, сделай лицо повеселее, Нюр. Вот все-таки черная морда у Саймири делает довольно грустными их лица. Помните, как еще Саймири называются? Не просто беличий Саймири, а обезьяна мертвая голова. Да? Такой рисунок черепа на лице. Обезьяна мертвая голова. В свое время в Суринаме я был страшно удивлен, когда обнаружил, что Саймири двигаются по ночам в том числе. Днем они очень скрытные, днем их было не видно, они где-то там в вершинах. Я напомню, что в Суринаме я был в очень диких местах, в очень диких, где вообще нету людей. Мы на маленьком-маленьком самолетике улетали до небольшой деревни, оттуда еще плыли на пирогах далеко. Людей не было вообще. Мы жили в деревне у индейцев, где 5 человек индейцев всего лишь. И далеко очень ходили еще по рекам. И, Нюр, все хорошо. Это Маська там ругается. Мася, не ругайся на меня. Все, не ругаемся. Мася ругается. Нельзя его девушку трогать. Все хорошо, Масян. И в одну из лунных ночей я наблюдал, как семья Саймири, по-моему, из 11 Саймири, в свете луны над рекой переходят по пальмовым кронам. Это смотрелось вообще невероятно. Просто невероятно. Вот луна, призрачный свет, и такая большая семья Саймири двигается по пальмовым листьям. Да, пузико чешем, пузико гладим. Очень здорово это было. Нюр, ну что с лицом? Ну что с грустным таким нашим лицом? Нюра, Нюрочка, Нюрочка-девочка. Ох. Такая вот, да. Такая вот. Пузико чешите, и все. Буду грустить. Я задумчивая девушка. Такая тургеневская барышня у нас просто стала. Но очень хорошая. Очень хорошая. Уже совсем не похожая на ту Нюру, которая приехала когда-то сюда. Ломаная, переломанная. Вся в железках, да? Вся в штырях. Кости собирались. Операции были сделаны, ноги не работали. И вот теперь такая Нюра. Ну и, естественно, рук опасалась. Опасалась рук. Все-таки обезьяны должны содержаться правильно. Правильно. Ультрафиолет. Хороший ультрафиолет. Это неотъемлемо для обезьян. Ну и кормежка. Вот такая вот Нюра. Ну, я, собственно, вам уже это показывал, и не один раз. Я все восхищаюсь теперь ее хвостом. Любому льву фору даст. Вот такая красотка. Вот такая красотка, да? Ой, так хорошо. Мася-то тебя не чешет. Мася серьезный мужик, ему не до чесания. Только я тебе пузо глажу. Да... А Мася серьезный. Он не понимает всего этого.
как можно гладить пузо или вообще чесать. Да, обиделся он, пошел там, сел на батарею. Ох, Мася. Нюр, ну все хорошо. Нюр, Нюр, Нюра-кукура, Нюра-кукура, такая Нюрка. Да, ну ладно, немножечко погладились. Да? Ну действительно, ну смотри, там Маська уже изревновался весь. Этак он меня ругать начнет, а все-таки мне с Маськой ссориться неохота. Мы с ним дружно живем, я не хочу с Масей ссориться. Да, Нюрильда? Все. Вот так бы и сидел. Иди на ручки совсем тогда. Забирайся на ручки, мы отойдем от Маси, чтобы он не видел, как ты ему изменяешь. Вроде бы с другом. Так нельзя, да? Эх, давай на ручки. Залезай, Нюр. Залезай, залезай. Давай, пойдем. Пойдем, пойдем со мной. Нет? Нет, не хочет со мной. Ну ладно. Общайся с Масей. Мась, все, успокойся. Успокойся, я с ней ничего не сделаю. Все прекрасно. Все прекрасно. Давай вот так. Вот так. Так, хорошая. Хорошая Нюрочка. Умница. И смотрите, кого Алена поймала. В клетку загнала, чтобы Нюру не дразнили. Они дразнят Нюру, дергают ее за хвостик. Я не знаю, как у Алены это получается. У меня не выходит их загнать в клетку. Когда я, они у меня просто вот делают, что хотят и гуляют. Алена иногда их запирает. Я иногда могу таракашу подловить. Таракаша еще глупая. И поэтому таракаху... Да что там щиплемся такое? Таракаша, ну-ка не драться со мной. Таракаша еще глупая, и она на кашу приманивается в клетку. Букаха нет. Букаха знает, что... Кашу можно через решетку доставать, не заходя в клетку. Но вот у Алены как-то получается. Они Алену побаиваются. Нюр, не пойдешь к мужику своему, нет? Ну ладно. Гуляй дальше. Прогулки обязательно должны быть. Пусть гуляет. Да? Пусть гуляет. Красотка. Вот так посмотреть на него со стороны. На психующего мужика. Мася! Ух! Я не дразню тебя, не трогаю Нюру. Все, я ухожу. Я ухожу. Я пошел вниз. У меня еще дело.